Процесс реставрации бывшего Тверского дворца пионеров сдвинулся с мертвой точки. Региональное правительство приняло решение о выделении в будущем году средств на разработку проектно-сметной документации на проведение восстановительных работ. Все бумаги и расчеты должны быть готовы до 1 октября. Как отметил губернатор Игорь Руденя, важно учитывать все исторические особенности сооружения. И в то же время должны быть соблюдены требования для приспособления его к современному использованию. Напомним, что этот редкий для Верхневолжья памятник конструктивизма был возведен в конце 1920-х годов и первоначально предназначался для фабрики кухни. Они тогда активно пропагандировали советской властью, но уже в 1937-м здание начали перестраивать под дворец пионеров и школьников. Впоследствии в нем функционировала спортшкола. Однако в последние годы сооружение не эксплуатировалось.